Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Иногда в этой личности присутствуют вибрации, указывающие на душевную слабость, то мы можем быть уверены, что имеем дело с личностью, склонной к депрессии, фобии или навязчивости. Можно с уверенностью сказать, что способность любить и быть любимыми составляет главную черту характера этих людей. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.